Шри-Ланке до 100 человек возросло количество погибших в результате обрушившихся на страну наводнений и оползней. Столько же пропали без вести. В 14 округах страны под ударом стихии оказались 2000 семей. Многие населенные пункты затоплены. Проливные дожди на острове не прекращаются уже второй день. Как сообщают местные власти, сильнее всего пострадал город Калутара, где в нескольких местах сошли 5 оползней, здесь погибли 38 человек. Тем временем прогнозы синоптиков неутешительны. Ожидается, что в ближайшее время в страну придут еще больше дождей из-за юго-западного муссона.